Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться распаковкой вот этой вновь купленной клавиатуры. Очень классной, судя по отзывам разных людей. Logitech MX Keys. Стоит почти 10 тысяч рублей, но со скидкой мне удалось почти в два раза дешевле купить. Вот давайте отложим прекрасную маковскую клавиатуру пока, чтобы не мешалось. И вскроем эту коробочку, да? Берем, открываем. Открываем аккуратненько. Клавиатура с хорошим ходом кнопок, как обещают. Русскоязычная, с нанесением русских символов. Вот здесь вот даже написано русский. Ультра флюид тайпинг. Ну и так далее. Что-то здесь на разных языках. Так, открываем. Где она тут открывается лучше? Здесь. Иди к нам. Ух, прям такая коробка черная такая. О, тут есть на крышке инструкция такая, что как ее подключать. Подключается либо по Bluetooth, либо с помощью своего же приемничка. Ну и потом на сайт и все такое. Вот, легко переключается. Easy switch. Так, посмотрим. Тяжелая такая. Упакована в тоненькую бумажку. Здесь карточка. Превосходное дополнение. Создайте идеальную комплектацию. Ну, в общем, уговаривают еще и мышку купить. Почему нет? Может, потом и купим. О-о-о. Шикардос, я считаю. Класс. Вот здесь торчит ее приемничек. Маленький донгл. И что тут еще есть внутри? Тут внутри, наверное, какой-нибудь кабель. Кабель USB Type-C. Я думаю, что это он для того, чтобы ее заряжать. У нее же есть аккумулятор, потому что у нее есть подсветка. Очень качественный кабель. Здесь инструкции разнообразные. Как доставать и вставлять батарейку. Ну и всякие гарантии ненужные. Все, здесь больше ничего нет. В коробке тоже больше ничего нет. Посмотрим. Значит, нужно включить. Ну и дальше по Bluetooth, скорее всего, будем подключать. Вот. Так, ну что, попробуем подключить, да? Я думаю, что она заряжена должна быть. Вот здесь вот включаем тумблер. Чик. Нам нужно, чтобы зайти в компьютер, старой клавиатурой воспользоваться. Здесь нажать Bluetooth, Magic, Keyboard, подключить. Посмотрим, как это происходит. Bluetooth. Вот какая-то клавиатура определилась. Подключить. О, MX Keys. Надо набрать 939-019. 939-019. Вот, MX Keys подключено, пишет. Но почему-то здесь вот моргает. Что это означает? Подключить. А как вот это вот набрать? Так. 827-396. О, перестало моргать. И что теперь? Написано, что подключено. Попробуем что-нибудь набрать. О, набирает. Класс. Давайте откроем какой-нибудь документ и попробуем печатать. Вот у нас, например, Word.
Да, слушайте, ну, конечно, приятный ход клавиш. И я попадаю нормально по клавишам. И могу быстро набирать. И кнопки находятся, очевидно, удобно там, где они находились. Меня вот еще интересовало, то есть вот классно то, что в отличие от этой клавиатуры белой, она, кстати, тоже работает. Тут тоже есть ход, но он меньше. А здесь есть такие утопленные кнопочки. И у этой, кстати, клавиатуры нет подсветки. А насчет подсветки мы сейчас посмотрим. Сейчас выключим лампы вот эти. Алиса, выключи настольную лампу. Вот. Тут вот. Видите, она, когда ее не пользуешь, сейчас она должна погаснуть. Вот, видите, она гаснет, потом подносишь руку вот так. Она включает подсветку. Вот классно, да? Вот, убрали руки. Погасла. Вот подносим, и она сама включается через полсекунды, через секунду. Работают ли регуляторы громкости? Вот работают регуляторы громкости Мака. То есть маковские кнопки вот эти вот. Если бы это у меня был ноутбук, то вот здесь вот можно было бы регулировать яркость экрана. Но у меня монитор внешний, поэтому это не работает. Соответственно, есть кнопки маковские здесь функциональные, подключенные, работают отлично. Ну что, я считаю, что классная штука. За свои деньги вполне достойная. Конечно, может быть, немножечко дороговато, но зато серьезный такой профессиональный классный инструмент. Прям кайф. И такие вот на ощупь, они такие немножечко матовые. И хорошие реперные точки вот эти АО. Вот. Класс. Класс. Такой вот предмет я купил. Ну что, советую вам к нему приобщиться, если есть такой интерес. Зарядка вставляется вот сюда. Так, включим обратно свет. Алиса, включи настольную лампу. Вот, вставляется сюда зарядка, и можно зарядить внутренний аккумулятор. Как интересно снимается эта крышка. Надо будет интересно потом узнать. Может быть, в следующем ролике. Хочу отдельное внимание обратить на звук Enter. Когда нажимаешь Enter, слышно ли? Такого звука от пробела нету, как от Enter. Такой вот очень приятный звук.